Петр Чернышов является фигуристом и вдовцом Анастасии Заворотнюк. Им было по 36 лет, когда они познакомились. А когда актриса родила дочку Милу, ей было уже 47 лет. Вскоре после родов у Анастасии Заворотнюк обнаружилась агрессивная форма рака. Целых 5 лет Чернышов поддерживал жену, ездил в больницу и находился рядом во время лечения. В конце мая 2024 года Анастасия Заворотнюк умерла. Прошло 40 дней с момента, как ее не стало. Каждый день Петр Чернышов приезжал на могилу к жене. Несколько раз он приводил туда дочку. Примечательно, что он смог сдержать клятвы, которые давал возлюбленный. 16 лет назад Петр Чернышов пообещал на свадьбе, что только смерть разлучит их. Так и произошло. Петр Чернышов сделал все, чтобы Анастасия Заворотнюк прожила как можно дольше. Благодаря стараниям мужа актриса смогла увидеть, как дочь начала ходить, говорить и даже читать. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.